Ну как же это здорово, отправиться в поход. Куда меня из города тропинка приведет? Тропинку ту куда-то ведь мне кто-то проложил. Что в конце обрадовать? Не зря тут кто-то жил, не зря трава качается. Ждут дальние края. Ну вот она кончается, тропиночка моя. Ни у крыльца злоченного, ни у перил к воде, ни у кота ученого, а просто так нигде. Значит, я напрасно шел в далекие места. А пушку взглядом я обвел. Какая красота! Залюбовавшись красотой, вернулся человек обратно по тропинке той, и так за веком век. Ее продлить он мог бы, но вдруг не было бы тогда таких красот нигде бы, одни лишь города. Здравствуйте, меня зовут Сибелев Павел Алексеевич, я учусь в киношколе «Бигфильм» и живу в городе Минске, мне 11 лет. Еще я снимался с Сергеем Астаховым и снимался в рекламе «Спартак».